Мы сделали так, что он как бы пошел как военнопленный. Потому что... Не знаю, мы вчера его отвезли, и там его, в принципе, должны были поменять. Это все в порядке, нормально. Да это Масурское телевидение. Приїхали сюди на защиту людей, як нам говорили, але ми не знали, що їдемо на защиту людей, які відстоюють свої домівки і свої землі. Приїхали в село Агрономічне, пробули 3 дні. Потім нам мали дати білий коридор, в якому мали виїхати наші офіцери. Щось не домовилися і обдурили і залишили нас. Нашу колону розбили. Ми оказалися тут. Тут нормально ставляться, кормлять, ніхто не трогає. Ставлення хороше, люди привітливі. Більше немає що такого. Збирають з собою саме цінне, документи, там дітей. А квартиру отправляли, говорили, для защиты местного населения. В итоге сдались, да? То есть вы не шли воевать? Вот такое, защищать мирных жителей, защищать их дома. Потому что... Изначально пообещали или вас, вот, когда вы уже приехали на место? Нет. Это где было территориально? Оседово.